В Центре профессиональной подготовки МВД прошла научно-практическая конференция «Опыт применения и организации обеспечения сил и средств по итогам 2018 года и перспективы развития». Мероприятие началось с построения, в котором приняли участие 300 сотрудников Мособлпошспаса из 22 территориальных подразделений. Здравствуйте, товарищи! Затем участники познакомились с экспозицией, представляющей весь арсенал средств и техники пожарных и спасателей. Боевая одежда пожарного, теплоотражательные и химзащитные костюмы, средства защиты, мобильная техника и спецоборудование. Серьезный объект, где есть добровольная пожарная охрана, это вот такая штука. На выставке была представлена как известная, уже принятая на вооружение техника, так и новые разработки. Например, дыхательный аппарат на 450 атмосфер, не имеющий аналогов в нашей стране. Сейчас на вооружении у пожарных аппараты на 300 атмосфер. Или водолазное снаряжение, которое позволяет работать под водой на глубине до 60 метров. Это шлем, резервный аппарат, который служит для, скажем так, поднятие водолаза в случае аварии какой-то с 60 метров глубины. Вот. Ну и сам гидрокомбинезон, который аналогов в России нет, резино-неопреновый. То есть в нем можно работать и в нефтестойке, и химостойке, и так далее. То есть любые условия выдержат. Зайти погреться можно было в мобильный комплекс «Пункт обогрева», который возводится всего за 10 минут на базе прицепа, имеет площадь 24 квадратных метра, собственный генератор и может вместить до 25 человек. Данный пункт обогрева разработан в 2017 году под заказом МЧС России. Выполнен он для обеспечения обогрева людей. На сегодняшний день в МЧС России поставлено 13 штук. На этот год запланирована закупка еще 5 штук. После осмотра экспозиции началась сама конференция. Это уже третья подобная встреча, организованная для обмена опытом, подведения итогов и построения планов. О последних, надо сказать, у руководства Мособлпошспаса много. В этом году мы уже тратим на закупку пожарной и спасательной техники уже 280 миллионов. То есть вот не меньше 28 цистерн мы купим. Две пожарные автолестницы. Всего за прошедший год пожарно-спасательные подразделения Мособлпошспаса совершили более 100 тысяч выездов. Было спасено 806 человек. Поисково-спасательные подразделения сохранили жизнь почти 5 тысячам жителей Московской области. Активно ведется работа с населением по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.